Здрасте. Здрасте. Привет, Олег, Тимошка, если ты еще не удрал, конечно. Но все равно привет. QA. Так, ну что? Как тут поживает? Куда мы приплыли-то хоть, а? Да, серьезно? А если так? Ага, все, я на месте. А что, значит, так, карта мародеров.
Ага, там какая-то карта, какое-то сокровище, бывший. Привет, Оля. Ой, я думаю, что такое? Что-то я так... У меня глаза косят в другую сторону, а я не вывел экран, этот чат на экран. Сейчас. Сейчас. И кашу глазами. Оп. О, добрый вечер. Вот теперь и нормально все, я вижу. У вас чат есть, а у меня нет. Это же несправедливость какая-то. Так, ищем. Ну, это золото, да? Это я не могу. Это я не могу. Леса. Стоп. Или это я уплывал или приплывал на этот остров? Вроде бы не, вроде бы я приплыл, да? Ну да, я вот и удивляюсь, как вы можете работать и смотреть стримы. Иди сюда. Иди. Что? У. Это я не понимаю. Что за У? Давай сюда. Оп. А, у вас много глади. Есть то место, которое мне надо. Вон еще один вижу точно. Ну-ка. Многорукие, да. Многоглазые. Добрый вечер, Олег. А чё-то я его вроде ударил, а урона не было. Ну, умри уже. Во. Так, карта пустынной пещеры. Рецепт полированного деревянного сундука. Я думал, чего мне не хватает тут для полного счастья. Он еще один ходит. Ребят, сколько вас? Вы бы сразу сказали. Табличку бы вывешивали где-нибудь. Два в одном, когда пассажир стоит иной, почему в срочном порядке не обелетело. Да. Это что? О, это железо.
Конечно, нужны или кондукторы, или полный переход на электронные, на карты, на, в общем, короче говоря, на электронные билеты. Ну да, давай, что делать? Придется потратить отмычку. Серебряная руда. Не просто так. Привет, Тимофей. Я уже здоровался, он-то, наверное, отходил. Ничего. Наше все ничего, как ваше. Кстати, зеленая трава. Смотри. Аномалия. В прошлый раз в такой аномалии было что-то спрятано, но, видимо, не в этот раз. В прошлый раз был какой-то ключ спрятан, да, или что-то такое. Все желтое. Так, тут что-нибудь еще есть хорошее? Так, все норм, да? Ну, хорошо. Это хорошо. Так, все, можно идти в пещеру, я так понимаю. Надеюсь, это та, которая мне нужна. Куда идти? Кто-нибудь знает? Тут растительное масло. Тут какая-то нычка, смотри. Не? А, так стоп, так у меня уже какой? У меня уже 20 уровень? А, или нет, это еще нет 20. Это он ползет к 20. Или есть уже 20? Интересно, серебряную руду я же могу добывать? О, там сколько и туда, и наверх куда-то. А мне куда? Ну, мне везде надо, наверное. Сейчас только тут, блин, пустые ящики. Ну, так мне не такие не нравятся они. Одного выстрелишь, сразу оба сагрятся, небось, да? Точно. Не, ну так мы не договаривались с вами. Оп. Схватка на мосту. Да? Yeah.
Фух, ладно. Грибочки я, пожалуй, соберу. Нечего им здесь, ой, лежать. Где-то я еще тут бегал, видел, вроде грибы, нет? А тут что? А, ну да, это вниз туда. Испачкали мне мост. Ну, или себе, вернее. Хотя вам он уже, наверное, не понадобится. Упс, чуть было не попался. Идем. Ух. Молодец. Что такое? Это все тоже. Упс, ой, это все тоже. Не-не-не. Секстант здесь тебе точно не понадобится. Один, один, давай, иди сюда. Он 12 даже пробивает по нему иногда урона. Какой-то чертеж корабля. Надо их поизучать, там этих чертежей уже. Поизучать. Да что это такое? А остальные попродавать. Что здесь такое? Смотри, как это полочка, как будто, да? Эть! Ну ты еще ноги себе переломай. Да, да, да. Вот я же об этом и говорил. Он ломает себе ноги потихоньку. Так, все собираем, короче говоря, все, что есть.
Нельзя как-нибудь так, чтобы свет был? Что-то про морского змея. Не, ну это мы, ладно, читать не будем, потому что это все очень сильно долго. Сильно долго. Когда-нибудь. Все равно никакого змея, видимо, здесь сейчас нет, поэтому... Верстак. Грибочки. Опа. Так. Ключ. Чего? Cave door. От двери в пещере. Хорошо. А что там? Я хочу... Не? Я посмотреть хочу. Ладно. Я еще вернусь. Шо ж ты, блин, подкрался-то сзади? Разве так можно, а? Какой прыткий. Все, отпрыгался. Еще один такой чертеж. Карта морского порта. Ну, кстати, карты морского порта — это хорошо. Чем больше, тем лучше. Квесты сдавать же надо как-то. И брать. Еще одна карта морского порта. Так, опять у меня не горит этот фонарь. О, немножко лучше. Свеча. В каком месте, интересно, у него свеча? Это что такое? О, а вот и ключ от той двери. Хорошо, я захожу. Надеюсь, меня там не сожрут. Да, давай. Ну, идем, ладно. Давай только выйдем отсюда. Хотя можно и здесь. Ух ты! Какая скотина! Так. Что у вас тут? То же, что и обычно. Ничего особенного. То же, что и везде. Вот, а здесь? А? Не? Куда можно залезть? Какую-то верхотуру, где ничего нету, да?
Похоже, да. Но можно зато. Зато можно залезть. Это что? Тут что-то как-то вот тоже куда-то можно попрыгать. Не? Как там хоть формулировалось этот квест? Так. Виктор думает, что основатель гильдии спрятал секретное сокровище, значит, в штабе гильдии, да? Он нашел карту, которая может содержать локацию. Т-д-дэм, он думает, карта может быть... А, он искал, да, нужно... В пещере среди островов этих боевиков каких-то, да? Я должен найти эту карту. Ну да, наверное, это та пещера, я так думаю. Ты кто? Ну. Капитан, о, тоже капитан какой-то. У тебя, наверное, карта и есть? Умри. Нет, у тебя карты нет. У тебя зато есть лекарство. Ну, здоровенная пещера, да. А что ты не можешь взять монетки? Монетка же лежит сверху. Ладно, не хочешь, не надо. Ой, что-то я по костру топчусь. Так, а здесь что? Ну, это уже вроде самый конец пещеры, так что здесь должна быть, наверное, карта. Да. Какой-то рецепт, сапоги, карта острова, а карты нету. Нету карты. Добрый вечер, Финн. А как так? А где? Может, где-то есть какая-то секретная нычка? Возможно. Будем искать. Ну, тут, конечно, да, тут искать. Не переискать в такой огромной пещере. Там, правда, какой-то еще один. Ну, как бы два пути было. Я пошел. Там вроде я смотрел, там вроде ничего нет, да? Вроде нет.
сюда я тоже залазил. Не-не, это же в текстуры куда-то ухожу, не туда не пойду. Пусти меня. Так, тут никакого прохода нигде нет. Вроде не видать. А, стоп, а вот еще куда-то. Или я отсюда пришел? Так, что-то сейчас я же что-то я запутался. Откуда я пришел? И куда мне идти? Сейчас разберемся. Так, значит, в дверь. Там я был. А это? А отсюда я пришел. Нет, я не отсюда, я туда ходил. Я как-то каким-то... Вот, я в обход ходил. Как раз здесь я и не был. Да? Да, здесь я был, вот этот. А там что такое у вас там? Дырочку, в дырочке что-то. Что-то светится. А, опа. Блин. Точно. Так, здрасте. Все хорошо, а здесь карта древних руин. Но это не та карта. Блин, как же это печально, да? Как же я найду теперь? И главное, где искать? Точно здесь больше ничего нет? А туда? Не? Не? Ладно. Хорошо. Ты чё? Давай сюда запрыгни. Опа, а это что? Не. Здесь нет никаких трещин.
И что делать? Бедолага все головой мотает полчаса уже. Кстати, по поводу полчаса, там же ж боксик. Раз, два, три, четыре. Одного не хватает. Чтобы каждый выиграл по хайпу, одного не хватает. Это мне не нравится. Вот совсем не нравится. Да, я ходил вот здесь. А, ну да. Вот же этот. Такое впечатление. То есть по логике вещей должно быть здесь, да, это, но ее нету. А может быть. Карты. Древние руины. Может быть, это мне не надо. Это мне уже не надо. Пустынная пещера. Может, на другой остров надо? Может, здесь будет должна карта быть того острова? Или как это? Как это работает? Кто мне скажет? Никто ничего не скажет, конечно. Так, ладно. Будем читать еще. Потерянная карта. Охота за картой. Местонахождение пещера... острова. Вождей дали, как это, военачальников. Виктор считает, что основатель гильдии, где же еще читал, спрятал секретную комнату с сокровищами внутри в штаб-квартире. Он обнаружил карту, на которой может быть указано расположение этой камеры, комнаты, да? Карту можно найти в
пещера. В пещере астролога. На островах этих воинов. Я должен найти пещеру. Используя координаты. Так, стоп. Так это может быть не пещера астролога. Может быть, здесь есть просто еще одна пещера на этом острове. А я, так сказать, зря положил столько народу. А? Ладно. Примем эту версию как рабочую. Поищем еще. Тут ночь. Надо, наверное, дело поспать, да? Да. Так. Хорошо. Будем считать, что это не та пещера. Это я просто не в ту комнату попал, да? Может, где-то еще одна есть? Прямо здесь, нет? Вряд ли прямо здесь есть какая-то еще одна пещера. Да, тут я явно был. Ладно, идем дальше. Идем искать. Себе. О, теперь я могу серебро добывать. Ура. Угу. Золото не могу, конечно, еще, понятно. Так, а это что? Олень, уйди отсюда. Подожди, это... Ну да, это так, где я был уже. Или не был еще? Не, вроде был. А что тогда ящики полные? Или я пропустил? Да, я был. Вот эта штука открытая. Ладно. Да, ой, там много, много. Еще много. Золото добывается. 30 уровень надо. Шахтерство. А у меня еще 20. Платина добывается. 40. Опа. А вот и еще одна пещера. Это же надо такое. Неохраняемое. Подозрительно. Вдвойне подозрительно. А сколько надо руды? Они тут придумали, конечно, да, круто. Это тебе не просто так. Взял там одну руду, получил один слиток. Медную, да. Взял 4 руды, получил один слиток меди. А чтобы железную сделать, надо 4 руды железные. И один медный слиток. Каково? То есть 4 меди, 4 железа на один слиток железный. А чтоб серебряную? Ну и так далее, в общем. Серебряную 4 меди, 4 железа и 4 серебра. Золотую 4 меди, 4 железа, 4 серебра, 4 золота. Потом платина, а потом еще там что-то идет, какой-то черный камень. Значит, медь. Железо, серебро, золото, платина. 6. Значит, на самый дорогой ресурс, на слиток надо 24 руды. Если я правильно понимаю. О, вот это она, да. Это она. Пещера астролога. Надо бы сохраниться, конечно.
Правда, я тут никого и не вижу. Ну, это, наверное... А вон рычаг я вижу наверху. Сначала я все пособираю, как обычно. Как же без этого? А здесь у вас что? А вот и сундук, да? Наверное, который мне нужен. Скорее всего. Ничего нет? Ничего. Ага, по этим ступеням, наверное, надо наверх запрыгивать. Сейчас тут все еще смотрю. Тут ничего нет. Куда здесь бабочки в пещерах? Хотя кто их знает, может... Может, есть такие бабочки. И мы здесь летучих мышей бы сделать, да? Магнолия. Привет. Здесь привет. Тут я смотрел. Ну ладно, прыгаем наверх. А что делать-то? Да, паркур хотел сказать. Паркур, да. Ага. Давай. Эть. Молодец. А теперь туда как-то надо перепрыгнуть. О, все не так уж сложно. Открывается? Открывается. Там никого нет. Ну. Сейчас посмотрим. Ко мне хрень как вылезет, нет? Вроде нет. О, а вот и карта. Бац. А это просто... Кстати, можно было это... Да нет, нельзя было не заметить. Когда выходил бы, заметил все равно. Так, какая-то сабля, лечилка. Угу, железный сундук. Рецепт железного сундука. Еще карта еще одного острова. И стамина. Хорошо. Прекрасно. А там что? Конечно, глупо надеяться, что здесь будет что-нибудь еще. Ну а вдруг? Спрятали что-нибудь. Хитрые такие. Это что такое? Ничего. Ну ладно. Теперь надо на остров мародеров возвращаться. Бутылки валяются что-то. Бесхозные. Это я не могу добывать еще. Это тоже золото. Ладно. Что у меня здесь? 123. Так, какой ближайший мародерский остров, интересно? Кстати, как они обозначаются.
А может это здесь есть? Может, я не все. Подожди. Так, вот. Карта гильдии мародеров. Нет, это пустынная пещера. Одинаково обозначается, поединок ID называется. Даже нахрен знает где. А? Ну да. Примерно так вот. Примерно хрен знает где есть. Довольно далеко. Может все-таки здесь есть? Предыдущие же квесты были на тех же островах, где и гильдия. Может, и здесь так есть. Попробую его еще найти. Хотя его должно быть издалека видать, этот корабль. На суше. Ты что? О, серебро. Это хорошо так. Серебро мне надо. Лень. Ну, уйди, не провоцируй меня. Хотя мне, конечно, мясо бы надо было. Вот еще что-то. Еще серебро. Это что? Это медь? Это медь. Лиса побежала. Лиса мне как раз ни к чему. Ничего и нету, да? Стоп, что-то набубухает. А я здесь... А, я здесь не был. Спокойно. А я здесь не был. И опять зеленая трава в одном месте растет. А вот и хозяин. Наверное. Сидит. Ну, это для меня. Я съел ядовитую ягоду. Я как Зигтвен should be have Zag, да, я. Ну, в общем, короче, я ошибся. Да, типа я пошел направо, должен быть пошел налево, но я не знаю, как это точно перевести. Он ошибся. Не специально же он съел. А, ну да, вот же, желтые ягоды можно есть там тогда. Это, а, так это я уже читал. Угу, ну да. Так это такое же было. Я собираюсь спрятать ключ в растении, которое, возле растения, которое выделяется. Вот это, да? Здесь? Здесь ключ? Вот ключ, да. Такое уже было. На другом острове. А может быть это был тот же самый, но скорее другой. Ну, кстати говоря, растение-то вот еще выделяется, а тут-то нет ничего. Ну ладно. Не будем придираться. Да. Открываем. Забираем все, что лежит плохо. Все, что лежит, это мы не будем читать.
два золотых слитка, железные. Это всегда хорошо. Золотые слитки-то. Так, что-то еще я пропустил же наверняка. Здесь пусто-пусто. Хорошо, что я не уплыл. Хоть серебро подобываю. Может, еще найдется корабль мародеров, а? Это что за фиговины? Просто так? Хочешь сказать, что я здесь не был, что ли? Нет, тут я был, фух. Хватит с меня пещеры уже на этом острове. Не, ну классно, я себе ботинки где-то оторвал. Которые не расходуются. Выносливость. Ну, при беге. Только в бою раз теперь расходуется. Опа! А ты что здесь делаешь? М? Меди. Потрясающий улов. Еще две. Масло, еда. Рецепты. Ну хорошо. Здесь вот пещеры нет, надеюсь. Так, тут я был. Хорошо. Тут я был, там. Там я был. Правильно? Да. Так, надо, наверное, все-таки уматывать отсюда. Ну, сколько можно? Поплывем туда, куда нас карта ведет. А ведет она у нас, на восток. А восток у нас вот здесь. Ну и хорошо. То есть мне вот туда надо плыть. Выберется он отсюда или нет? Выберется.
Как-то так, да, наверное. Так, ну что, надо, во-первых, что-то приготовить, если есть еще. Что, кстати, может быть и не еще. Потому что я ж не поохотился. Зачем мне охотиться? Там еды натырил я много. Это я не буду делать. Ну ладно, наверное, нету. Лечилку я могу. Лечилку я не могу. Кстати, эти цветочки, что-то их все время... У меня почему-то ноль. Они, наверное, не растут на этих осенних островах. Так, пожрать. Это надо выкинуть. Это уже сгнило. Это сгнило. Опять у меня вся еда испортилась. Может, их можно продавать, которые... Которые сгнившие. Кстати. А? Одна монету стоит, по крайней мере, написано. Но вот это я точно могу съесть. Сыр. И сыр могу. А, вот еще бананы. А вот пиратская-то еда, печеньки. Кукис. Кукис. Вон еще. О, все отлично. Нажрался уже под завязку. Хорошо. Что можно сплавить здесь? Что у нас тут? Золотая руда. Какая тут еще есть руда? Серебряная, железная, железные слитки. Медная руда. Ты все что ли? Ну да, наверное. Значит, где там? Я правильно помню? Опа, я куда-то приплыли, да? Не, нормально, все плывем. Ну, даже никуда не отклонились. Так, где у нас там... Четыре серебря... А, нет, не так. Четыре... Одна всего. Железная. Ну, так это еще ничего. Я думал, слиток нужен. Что-то мне казалось, что нужен слиток. Так это не так страшно. Руда нужна. Ну, то есть 5 на одну надо. Так это чепуха. Я был готов... Ой. К худшему. Тогда какие надо? Надо, наверное, с самого дорогого начинать же, с золота, да? Где тут голд? Могу я сделать хотя бы один? Нет, ни одного не могу сделать. Тогда серебро. А можно вот так сделать. О. Железо. Камень. А чего я не могу сделать серебряный слиток? Не понял. Сила. Я... Ах, 20 уровень надо, извините. Ладно, тогда я сделаю железных. Делаю. А у меня какой-то 13-й? Ё-моё. Ну, 14-й. Пятнадцатый. Все.
очень медленно, да, прокачивается. Надо делать что-то хорошее, а не слитки. Хотя слитки тоже надо. Все там уже. О-о-о, помогите. Спасите. Успеет он развернуться или нет? Наверное, нет. Где я нахожусь-то? Угу. То есть мне прямо на восток сейчас. Угу. Молодец. Молодец. Ну все, выходи. Выпустите меня отсюда. Чуть севернее надо брать. Плывем. А что сделаешь-то?
мне бы рыбу половить, кстати. Мне этот окунь задолбал уже. Сколько можно этого окуня ловить? Потому что ночью ловится. Стой. Приехали. Ага, а что же я увижу-то ночью? Или он подсекается как-то? Может, и увижу. Рыба да не та. А может, как-то наживку надо менять? Подожди-ка. Блин, там же, может быть, с наживкой что-то еще связано. Сейчас. Надо посмотреть. Надо посмотреть. Опять не то. Так. Ух, тут у меня всяко разно. Раз не надо. О, как хорошо, так, слушай, так удобно. Угу. Смолмаус, ангельская рыбка. Барракуда мне не надо. Это спиннинговая приманка, да, или как крутящаяся приманка, я уже не знаю, как это правильно перевести. Ой, чё я, куда делась? То есть это многоразовое получается, да? А это вылавливает мусор. Прикольно. Но мне нужен окунь. Давайте попробуем на червяка. У меня червяков много-то. Может, на червячка можно окуня поймать? Кто его знает, на что он ловится на самом деле, если честно. Пиранья. Обалдеть. Зачем мне пиранья? Нам пиранья не нужна как раз. Уже утро, что ли, настало? Похоже на то. Гнилая доска. Замечательно.
клюет на червячка, да? Отлично. Какая-то рыба, она все не та. Что снег идет. Так, ладно. А если на блесну? Где там эта блесна? Теоретически. Вот. В жизни окунь ловится и на блесну, чего нет. Все-таки хищник. Понятно. Какая-то блюфиш. Я сейчас так и заснул. Морские водоросли. Так, все, хватит. Ну да. Не клюет, значит не клюет. Плывем на восток. Мы туда не пойдем. Мы будем квест сдавать. Опять севернее, да? Хорошо. Берем севернее. Это вот он, видимо.
Ну да, на пустынном острове же этот корабль был всегда. Ой. Было поспать. Ну да ладно. Пам-бам. Не понял. А, ну да, здесь ничего нельзя ждать, правильно. Потому оно и цело. Виктор, ты где? Я уберу даже саблю, чтобы не нервничал. Let's talk. У тебя есть карта, это фантастические новости. Дай мне посмотреть. Подожди, что это? Она пустая? Нет, 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 это не может быть. Как это произошло? Так было, когда я нашел ее. Вы это так и нашли? Тогда это может означать... Ах да, интересно. Оставьте Николасу. Сделай что-то. Как это? Ничего. Я начинаю чувствовать себя не в своей тарелке. Подумайте. Об этом Николас не станет делать пустую карту. Это не имеет смысла. Но тем не менее, он, скорее всего, создаст карту, которая выглядит как пустая. Вы поняли? Не очень. Вы говорите, это карта, просто мы ее не видим. Угу, именно так. Вопрос только, как проявить карту. Я видел что-то подобное уже. Угу. Когда я впервые присоединился к гильдии, как молодой рослый парень, другие, как это, молодые люди предлагали друг другу секретные записки. Вот, мы выяснили, что можно использовать определенные чернила, которые были бы бесцветными, невидимыми, пока не контактирует с особым веществом. Что это за вещество? Ну, это немного... В общем, это бальзамирующее средство. Как, что, почему? Я не знаю почему, но это работает. Тогда все просто. Нам просто надо... Это самое бальзамирующее средство. У тебя случайно нет с собой? Нет, говорит, я еще свежий. Так, надеюсь, ты не против запаха разлагающейся плоти.
потому что ты отправляешься в очередную экспедицию. Куда сейчас? Единственное место, которое я знаю, где можно найти бальзамирующее средство, это катакомбы. Ужасно, согласитесь, но я действительно не знаю другого пути. Это имеет большое значение для гильдии, чтобы мы видели эти карты. Где я могу найти катакомбы? Большинство катакомб были построены алхимиками, опять алхимики, в пещерах на пустынных островах. Я думаю, что они хотели изучить эффекты различных веществ на разлагающиеся тела. К сожалению, что-то пошло, как обычно, не так. Катакомбы сегодня кишат скелетами. К счастью для нас, у меня есть карта такой пещеры. Ну, понятное дело. Отлично, еще скелеты. Я знаю, что я прошу много, вы получите хорошую компенсацию, не волнуйтесь. Найдите катакомбу бутылку с бальзамирующим средством и вернитесь сюда. Воспользуйтесь картой, которую я вам дал, чтобы найти пещеру, если вам это нужно. Да. Карта катакомбы. Хорошо. Хорошо. Я иду. Никуда не уходи. Будь здесь. Я вернусь обязательно. А, у меня точно нет. У меня точно нет этого бальзамирующего средства. Хотя где я же только не был. Ой. Так. И карты. Карта катакомб. О, а я где? А, ну, ну да. На восток. Ну ладно, на восток, так на восток. Рыбку здесь можно половить? В этой луже. Или это залив все-таки? Пиранья. Ну, давай. О, есть еще один, да? Ну-ка, не вот сюда. Два, ну давай еще одного. Давай. Что ж ты как не родной? Этот квест висит с самого начала. Там папам.
Не. А тут? Ладно, хватит. Туда. Восток. Что мне сделать такого? В принципе, это, наверное, можно сделать. Вот до Снэклейс. А у меня что? Две силы, две, один консамшн, атрибьюшн. Это две силы, две. Мне да, железная цепочка одна. Iron chain, чпок. И вот эту штуку. Бац. О, ну вот хорошо, сразу видно, что что-то там прокачивается. Мне нужен 20 уровень. Но разбираться с ним буду потом. Может, еще сделать просто? Да и все. Семнадцатый уровень. Сеттинг. Семнадцатый. Почти 19. Кстати, рецепты. Ух, тут у меня... Во-первых, сундуки. Древнего корабля. Бэтлмастер. Какой-то эликсир. Это топор, это уже известен. Так, этот известен, это известен. Какое-то зелье. Стул необходимый. Что это такое? Давай уже. Железный сундук. Известен, известен, известен. Все известно, да? А вот. Что-то из окуня, какое-то блюдо. Так, этот сундук я открою. Тут всякая награда. Потом будем разбираться. Рецепты кораблей. Это известен, этот известен. Буду их попродавать все.
Вон, смотри, 50 стоит. Скипетр сирены. Так, я там плыву-то я. Плыву-то я плыву. А туда ли я плыву? Ну, плыву. Да. Можно немножко вот так вот. Что-то еще что-то можно сделать новое? Ну их же можно потом продавать, я надеюсь. То сейчас понаделываю, может что-то полезное лучше сделать. О, 70, 70. Ну да, можно. Это у меня спринг-костного стамина. Не, ну это я не хочу. Я хочу, чтобы у меня бег был. Я лучше их продам. Так, что тут еще? Iron setting. Iron Gold Chain. 19 уровень. Так. Что я могу сделать? Вот это могу. Мало даст, наверное, опыта. Угу. Меньше, в смысле. Может и не мало, но меньше. Чего там не хватало-то? Чего там не хватало-то? А, Iron Setting. Iron Chain. Есть 20 уровень. Ура! Теперь я могу делать серебряные слитки. Да, я так, если я правильно понимаю, как это работает. Правда, всего... две штуки, но все равно все железо перевел. Ничего, ничего, ничего. Сколько там он несет груза-то? 140. Надо что-то скидывать уже. Надо что-то скидывать. Вот какой топор. Кстати. Кстати, топор, да. Это пусть будет. А где лук, который...
Ух. Блин, я поскидывал как-то. Что же я сделал-то, а, ну? Как теперь я здесь найти эту кирку мою хорошую, а? Где она? И меч тоже, чего-то я... А где она? Стоп. А, вот. Есть. Не меч, а лук. Ох, ох, ох. Где мой лук хороший? Все просрал, все про это. 2, 7, 1, 6, 1, 6, 1, 6. Вот этот, наверное, да? Самый лучший. Видимо. Так, тут 3, 6, 4, 10. Остров. Это еще не тот остров. Да чего несет, так спрашивается. Еще я хотел посмотреть тут дополнительный урон этим неумирающим, как они, бессмертным, короче говоря, всяким. Одна сила. Ну, и вот так. Ну, так. Да, на пустынном острове. Ря, доплыли.
И сколько теперь у меня? А, ну, 97 килограмм. Ну, хорошо, так половину. Подожди, ты куда же ты бегаешь? Так ты смотри какой. Куда ты бегаешь? Стой, подожди меня. Кабанчик. Все, отхрюкался. Так, где пещера? Со скелетами. Привет, Амур. Так, что здесь? Никого нет, что ли? А, заброшенный лагерь. Хорошо. Заброшенный, это прекрасно. Вот что? Угу. Ключ должен быть. А где его взять? А где взять ключ-то, а? Здесь нет, конечно. Я здесь сделать ничего не могу. Какой ключ? Хм. Ладно. Нет, какой сансет? Подожди. Какой сансет? Что, сдурели, что ли? Вот, санрайз. Санрайз — другое дело уже. Ну и где пещера? Ну, ну. Собирать пока. Там, может быть, из-за того камня. Вроде обычно эти пещеры возле камней таких. Так, что-то похожее, да. Неохраняемая. Все вроде. Что-то на... А, так это же пещера астролога. Да-да-да, она должна быть точно такая же, где я только что был. Потому она и неохраняемая. И бутылки на входе. Все точно. Все одинаково. Ну, внутри, может быть, и не одинаково, не знаю. Угу. Скелетик.
куда ты пошел? А, там и вас двое, да? Тогда иди ты сюда. Опа. Тут. А где тут делся уже? Куда он пошел-то? За подмогой, что ли? Надеюсь, нет. Не хотелось бы. Да, пещера вроде такая же. О, привет. А я тебя ищу. А ты здесь, оказывается. Звуки-то. Опа, сундучок. Отлично. Продолжим. Так, откуда я пришел? Оттуда. Ну, давай слева направо, как обычно. Только вот здесь вот что-то же, наверное, есть или нет? О. Да, сюда залезть можно. Прикольно. Обалдеть. Опа. Нифига себе. Перед катакомбы. Рубин. Вот уже не думал, не гадал. Давай. Все, здесь больше ничего. Наверное, ничего. Выходим. Выползаем. Так, а тут? Ну, это было бы слишком хорошо. Ну, ничего себе, монеток тоже. Лежит, смотри. Молчит. Опа, а здесь что? Ну, давай, давай. Оп, не. Да ладно, ну давай, 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 давай. Нет, сюда, 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 нет, хочет. Только нет ничего здесь. Хорошо, а тут? А, ну да, это... Здесь решетка с той стороны открывается. Я чуть не пропустил. Поехали слева направо. И, кстати, по поводу всяких проходов потайных. Не?
Вроде не. О. Косточку. Бедолага провалился в текстуры. Нет, здесь факел — это просто факел. Он не открывает двери. Так, где ж здесь... А, с той стороны тоже рычаг. Ладно. Хорошо. Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Тут я был, тут так. Ну все, тут только теперь сюда. Не? Оп. Ага. Наверное, будет выход там, я так понимаю, да? Я, конечно, сохранюсь. А, собственно говоря, здесь же есть кнопка возврата к началу пещеры. Так что эти такие ловушки, они не... Туда, ой, и туда проход, и сюда проход. О, кстати, хотел топор попробовать. Интересно, как топором? Может, медленнее будет? Ну, то есть, скорее всего, будет медленнее. Да умри уже, ну, в смысле, упади. Умри — тут неподходящее слово, наверное. Где там топор был козырный? Синий. О. Чего-то здесь открывается. Ладно, сейчас откроем. Что бы это ни было. Та решетка открылась. Стоп, нет, какая та? А какая решетка открылась? Что-то где-то звук был. А какой и где? Непонятно. А что тут у вас такое? А, наверх куда-то. Не, или я ж не отсюда пришел вроде. Кто там лопочет? Как будто обезьяны какие-то лопочут. Решетка к выходу, да? Ну да, тут я был. Хорошо. Хорошо. Тут стены вроде сплошные все. Да? Тихо, куда ты? Ты что это делаешь? Ну-ка. Сюда, все правильно. Идем сюда.
какой. Красавчик. А чё, сюда не? А сюда? А чё, я сюда не могу запрыгнуть, да? Серьезно? Ладно. Наверное, где-то есть. Вот я этот рычаг дернул. Где-то, может быть, тут есть проход. Ворота открылись, написано. Где они открылись-то? Какие ворота? Я отсюда спрыгнул. Ничего не понимаю. Где-то я что-то... Где-то я что-то не вижу. Какие ворота где открылись? Ни хера нету. А, ну может быть надо вернуться к началу и теперь опять куда-то. Куда-то. Ну, идем к началу. Ну, вот я отсюда пришел. Какие вот эти ворота? Тихо. А чё ж ты падаешь-то, гад? Ничего себе. Что-то было не по плану так, наверное. А может быть так и надо. Куда тут теперь спрыгнуть, чтобы не убиться? Ничего себе. Оп. А что тут такое? Да-да. Это все не то, что надо. Так. Да. Надеюсь, выход здесь есть. Не может быть, чтобы не было. Вот там какая-то лестница. Что это такое? Грибочек. Еще грибочек, еще. Надо бы на всякий случай взять. Ну да. Опа. А вон сундук, туда прыгать надо будет, да?
И что тут? Опс. А можно назад? Куда он делся? А можно пока назад? О, спасибо. А, наверное... Если я перепрыгну, то я сюда же не попаду. Наверное, будет, надо будет оттуда потом сюда. Хорошо. Хорошо. Где этот красавец? Где он ходит-то? Вон он, вон он, вон он, я его вижу. Я его вижу, а он меня нет. Пока. Ну да. Такое себе на самом деле. Ладно. Что делать? Чё там древний? А, бессмертный священник. Хорошо, он так лупит. Ну, я тоже луплю потихоньку. Так, древний ключ, какой-то флаг с черепами и костями, да? Хорошо. Опа, какой-то меч. Хорошо. Тут косточки. Бриллиантики. Опа, а вот это то, что мы искали. Бальзамирующее вещество. Может, там что-то есть еще? Может, есть, а может, нет. Так, вроде не видать, да? А там наверху. Тихо, что ж тебя так. Да, я могу запрыгнуть как-то. Похоже, не могу. Очень хочется, но не могу. Хотя там, наверное, ничего нету. Судя по всему, вот отсюда я могу залезть, да? Нет, тоже не могу. Но все равно ничего там нету. А там прохода нет случайно? Вроде нет. Тут ничего, тут. Тут тоже вроде ничего. Не знаю. Вроде как бы все. Возвращаемся назад.
Ничего нет. А это что? Ну что, будем прыгать. Опа. Чили. Рецепты скраб. А, это вот куда я не мог допрыгнуть. Угу. Все понятно. Ну все, пока. Не скучай здесь. Чё-то куда-то я, видимо, не туда пошел. Или как? Сюда. Фуй, да ё-моё. Ну, не, ну я не хотел этого, честно. Чтобы мне теперь опять круги нарезать. Ногу за... Ушиб ногу. Давай, 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 давай. Теперь сюда. Оп. Прыг-скок. И опять куда-то, я помню, туда пошел, да? Сюда. Вроде бы. Сюда. Па, давай, 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 выбирайся уже. О, все. Ура. Тут ночь, понятное дело. Так. Опять на остров мародеров надо плыть. Блин. Опять хрен знает куда. А может здесь этот есть опять этот корабль или нет? Это что, уже пустынный остров? Тут-то уже может быть корабль. Мародерский. Я так и не понял пока, как это работает. Это мой корабль стоит, да? Ну да. Я надеюсь, а чей еще? Никого больше не должно быть. По идее. Тут я был, судя по пустым бочкам. Ой, ноги, ноги, не поломай себе. Откуда только что вылез, вроде бы. Так, ладно, все, плыву, я плыву. Плыть мне надо, хрен знает куда опять. Где тут эта карта? Катакомбы, Battlemaster.
сейчас нахожусь. Ну да, просто плыть на запад. Я так понимаю. Да и все. Угу. Где-то так. Опять остров не обозначил. Ну да ладно. Плывем. Теперь. Что же делать? Как-то можно большие корабли делать какие-то еще, хоть посмотреть. Какие-то корабли тут мне пооткрывались. Вон какой. Че нужно-то? Угу. Что-то какие-то, что-то с рунами. Какое-то дерево особое. Плать 5 платиновых, платиновых слитков. Ну понятно, да. Я сейчас плыву на вот этом, да? 24 узла скорость, 32 узла, а вот 28. А этот еще можно сделать. Надо попробовать, кстати. А, ну да. Понятно. 7 золотых слитков. А у меня же золотых слитков и нет, наверное. Остров можно обозначить. Чем тут вообще есть? Слитки есть какие-нибудь? Как это? У меня здесь 2. А, так у меня, кстати, есть золотые слитки. Это золотые слитки есть. Так, а что еще надо? Ну-ка, интересно. Корабли. Ну, здесь только скорость, да? Ну, собственно, да. Оно все только по скорости различается. Как это? Старте. Тимбер, тимбер, тимбер. Прочная древесина. Темное дерево. Может быть скрафчено на... Ой. Ну, на.
Да, на. На здесь. Где он тут? Вот он. Я даже не знаю. Такое есть у меня? Что ли? Серьезно? Ну тут вообще, да. Я так думаю, что я пока не могу его сделать. Что-то мне так кажется. Мастер острова Battlemaster. Ну, то есть это осенние, да, по-моему, которые. Таких полно было. Тимпер. Это не то. Ой, блин. Это не то. Это не то. Ну ладно, пока можно все это сюда перекинуть. Разбираться будем по ходу пьесы. Еду не буду перекидывать сюда, и что еще? Эти штуки пусть будут. Это сюда. Это сюда. Вот это, вот это. Вот это руда, веревки, слитки. Как-то так. Здесь эта рыба делает. Пусть она сюда идет. Чуть севернее можно. А, почему? Куда же я кручу-то? Чуть севернее, все правильно. Так, идем. Севернее, южнее. Ой, господи. Ну, что ты там прогружаешься так долго?
блин, 110 килограмм. Что у меня тут есть? Рецепты есть неизученные? О, есть. Какого-то топора. Куча мусора. Три человека присоединилось к этому, к сундуку. Молодцы какие вы все. А раз, два, три. Сейчас четыре вроде бы зрителя. Ну ладно, кто-то значит не зритель. А так. Уже не так долго. Как раз доплывем. К концу стрима. Восемь. Такое бы сделать, но вот это дерево где-то бы надо брать. Странно.
этих островах был, но дерева такого у меня нет. А, может быть, поспать лучше до утра. Еще я в потемках буду бродить. Это не здесь. Это здесь. Так, где тут ваш штаб? Вон там, с той стороны, конечно. Поздравляю вас с редкой удачей. Трое участников из пяти возможных. Как тебе, Виктор? Виктор! Куда он меня сейчас еще пошлет? Так, я вижу, этот у тебя есть это вещество, хорошая работа. Вот награда. И что теперь? Так, теперь настало время применить агент карте. Давайте посмотрим. Так, Виктор тщательно наносит средства на карту, делая каждый мазок исключительно аккуратно. Ага, понятно, это интересно. Если вы скажете, что я должен убить еще больше, еще одного скелета. Что теперь? У нас есть хорошие новости, плохие новости и еще одна хорошая новость. Какие хорошие. Хорошие новости, что скрытая эта камера, комната, да, находится прямо под гильдией. Так что не очень далеко идти туда. Ну да, я видел там дверка. А плохая. В дополнение к тому, что регент показал на карте, была также значит, на карте была еще и записка. Там написано, что комнату охраняет мстительный дух. Невосприимчивый к повреждениям от стали или любого техногенного оружия. Любого. Ну да. Значит, мы не можем добраться до сокровищ с оружия, сделанного человеком. Не обязательно. Вот тут и появляются дополнительные хорошие новости. В записке также упоминается оружие в скрытой комнате, называемое дух
как это, блейд, ну, клинка, да, или как это? Хорошо, как мне попасть в эту комнату? Вскоре после того, как я стал лидером гильдии, мы обнаружили странную дверь. Когда мы открыли, мы обнаружили небольшой зал в пещере. А затем оказались в тупике. Вы думаете, это еще не все? Точно, мы полагаем, что его когда-то использовали для хранения чего-то, а затем забросили. Я не стал вникать в это дальше, но с этой новой известной нам информацией на карте я предполагаю, что вход находится где-то за этой дверью. Я хочу, чтобы вы пошли и расследовали. И где эта дверь? Он находится сразу за запертой дверью. Возьми ключ, и ты сможешь войти. Это ваше последнее испытание. Если вам найти потайную комнату и... Че? А, и победить этого духа этим Spirit Blade, да? Вы будете повышены до воина из гильдии мародеров, да? Высшая честь, которую можем даровать вам. Ну, кроме лидера гильдии. Я найду оружие и одолею дух. Удачи, она вам понадобится. Ну, я думаю, что продолжить уже можно в следующий раз. На сегодня вполне достаточно. Всем спасибо. И пока.